Majesty Simulator фэнтезийного королевства — игра уникальная в своей умильности. Нигде более, наверное, вам не удастся по-настоящему ощутить себя тем самым чуваком, который раздает квесты героям в любой уважающей себя ролевке. Разработана игра CyberLore Studios в 2000 году во имя высшего блага, добра и печенек. Хотя технически игра на тот момент устарела лет на 5, ибо двухмерные стратегии на тот момент умели такую картинку году в 95-м, выглядит она все равно великолепно. Насыщенная цветовая палитра, характерные, легко узнаваемые объекты на карте, хорошо детализированные и разнообразные строения, выразительные герои и монстры — все это делает картинку весьма выпуклой и не режет глаз. Особенно нынче, когда на наши голубые экраны выкатилась официальная версия с поддержкой высоких разрешений. Majesty — стратегия непрямого контроля, и это значит, что могучую магию резиновой рамки вам не завезли, и вы не в состоянии отдавать прямые приказы своим подчиненным. Вам оставили 5 инструментов прямого влияния — приказ построить здание, наградные флаги, магия, очередь налогообложения и очередь ремонта. Все остальное подданные решают сами. Живет король, как положено, в замке, и потеря замка — мгновенный гейм-овер. Замок населен крестьянами, налоговиками и стражей. Первые строят, вторые собирают деньги с остальных построек, а третьи охраняют территорию. Но настоящую линию обороны составляют герои. Они живут в гильдиях и храмах, как правило, по 4 героя на постройку, и отличаются набором параметров, внешностью, способностью к прокачке, характером и именем. Каждый герой имеет свое предназначение, и спектр их чрезвычайно широк. От мелких гномиков-строителей, трусливых воров, тормознутых волшебников и бравых воинов, до совсем ужимбовых няшных паладинок, которых к 10 уровню не в состоянии запинать почти никто из базовых монстров. Герои действуют в соответствии со своим характером. Чего-то они боятся, на что-то они бросаются сломя голову. Скажем, воры примчатся грабить сундуки и логово монстров со скоростью пули, дабы затем просадить награбленное на рынке или в казино. А уже упомянутые паладинки или их коллеги по вере монахи Дауруса на золото смотрят свысока и ходят мочить злого имя левой пятки, часто кучкой с этой благородной целью. Каждый герой обладает своей фирменной фишкой и ролью в общей схеме вещей, и многие типы героев друг друга по умолчанию взаимоисключают. Храмы Дауруса и крипты, Фербусы и Агрелы взаимосуществовать не будут, а потому надо выбирать, хочешь паладинок, монахов и целителей, или же некроманток, друидов и воинов хаоса. И то решение имеет свои плюсы и минусы, хотя, на мой взгляд, паладинки заруливают все за счет мощных доступных изначально бафов. Стимулировать героев можно флагами наград, вы можете назначить цену за исследование участка карты или голову какого-то монстра или сооружения. Герои с радостью пойдут валить эту цель, если цена их устроит, причем отдельные скупердеи рванут вперед уже со 100 золотых, но испугаются первого же препятствия и сбегут. А, скажем, не в первый раз помянутые паладинки потопают только за более чем солидным кушем в пару тысяч, так что зачастую проще дождаться, пока такие герои просто естественным порядком доберутся до уничтожения конкретно этой цели. На все это дело нужны деньги, а деньги качаются налоговиками с рынков, появляющихся спонтанно жилых домов, гильдий и прочих построек. Но в первую очередь с рынков. Так что защита этих парней — дело важное, а их истребление — первейшая цель многих монстров. Так игра формирует умильный геймплейный цикл, где игрок должен одновременно и быстро растить экономику, армию героев, обзаводиться деньгами, ведь платить надо за все: строительство, найм героев, улучшение зданий, исследования, флаги наград. Сюжета в игре по сути нет. Есть набор несвязных миссий, предваряемых забавным вступлением о том, кто в этот раз спер царские тапочки или напустил чуму махнорылия, или что-то в таком духе. Но ряд миссий требует выполнения ряда других миссий. Каждая из задач на карте помечена уровнем сложности, который постепенно возрастает, и если на ранних этапах для проигрыша надо постараться, то экспертные задачи могут на второй минуте напустить на вас толпы тварей, каждый из которых способна сожрать вас замок в одиночку. И вот тут уж надо быстро сообразить, как и что можно сделать, чтобы отразить удар. Карты при этом генерируются случайно, а значит, при перезапуске игры вы получите удар с другой стороны, а искомые тапочки окажутся в противоположном углу карты или в 2 метрах от вашего замка, что делает игровой процесс еще более безбашенным. Игра невероятно обалденная, и я могу смело рекомендовать ее кому угодно. Добродушный умильный настрой, колоритная картинка и шикарный геймплей гарантируют залипание на пару-тройку недель минимум.